Этим летом вновь разразился скандал с прослушкой американскими спецслужбами первых лиц государств. Но самая необычная работа у человека, который прослушивает Александра Лукашенко. Дай мне силу, я открою любые двери, я убью любого зверя, ты мне веришь, дай мне. Ребят. Ребят, я вас очень прошу, можно я пойду, а? Ну там ничего не происходит. Он до этого 2 часа суп ел, сейчас поет. Мы так ничего не узнаем. Продолжайте прослушку, Смит. Не, женщина, беленький такие тыквенные. Давайте семь. Хотя бы поменяемся, я очень прошу. Смит, продолжайте слушать. Место пуска ядерных ракет. О, а вот это уже интересно. Ну, шахта. Черт, тогда Пугачева не подходит. Я пошел, короче.